Наверное, каждый из вас задумывался, как можно сделать такую красоту. Это несложно. Давайте попробуем. Надо подобрать коробочку, желательно прозрачную. Это не подойдет, у нее неправильная форма. А вот это как раз. Сделаем ее фотогеничнее, обрежем края. Подберем подставку. Снимать наше кино будем вот такой веб-камерой. Она закреплена на самодельной подставке, собранной из детского конструктора Гига и детского металлического конструктора. Установим камеру. Теперь создадим нейтральный фон. Для этого используем листы обычной белой пищевой бумаги. Наведем резкость. Для этого кладем какой-нибудь предмет туда, где должно быть резкое изображение, и настроим резкость. Добавим гидрогель. Он заменит нам почву. Подольем водички. Гидрогель начнет быстро набухать. За 2-3 часа он достигнет нужного объема. Вот так это выглядит в ускоренном просмотре. Если сначала налили мало воды, долейте еще. Вот, гидрогель готов. Добавим пророщенных семян. Их можно сделать самим. Достаточно положить горсточку семян на влажную тряпочку. Через несколько дней они прорастут. Иногда их можно купить в магазине. После этого закопайте в гидрогель. Можно использовать зубочистку или чайную ложечку. И побыстрее. После этого можно приступить к съемке кино. В нашем примере используется вот такое простое оборудование. Съемку будем делать каждые 15 минут. Для захвата и сохранения изображения используем бесплатную программу Явка. Эта же программа смонтирует видео из отснятых снимков. Вот что у нас получилось. Попробуйте сделать это сами. Пробуйте, дерзайте, у вас все получится.